Дорогие друзья, всем привет! Сейчас у нас в режиме столкновения карта Озера Мертвецов. И меня иногда люди спрашивают: Холдик, а как поднять того персонажа? Как играть тут? Как играть на этой карте? Так вот, я хочу именно про эту карту поговорить и рассказать, кого здесь апать, и показать это на личном примере. Вообще, здесь вот если посмотреть на карту, сразу видно, что много вот этот лабиринт какой-то, да, много стен. Зачастую, где много стен, очень тащат метатели. Динамайк и Барли у нас метатели. Также иногда еще тащит рикошет. Ну, рикошет в этом режиме не особо заходит, я его не сильно часто вижу, хотя я думаю, что поиграть можно на нем. Динамайк и Барли. Что контрит Динамайка и Барли? Неплохо контрит Эль Примо, Мортис, соответственно, можно этих персов тоже брать. Поэтому, если берете Динамайка, рассчитывайте, что у вас будет иметь Мортис. Берете Мортис, рассчитывайте, что будете иметь Динамайка. Но это я говорю про кубки на 400+. По крайней мере, там так. Все, что касается 300-200 кубков, там полная каша, там много игроков неопытных и играют чем попало. Но выберите тех, кем можно тащить. Можно также апать Фрэнка очень легко. Но у меня нет опыта, поэтому я вам пример не приведу. Дорогие друзья, мой знакомый создал клан 1xbet и говорит, что у них там огромный штат высококвалифицированных сотрудников. Также у них быстрая и качественная работа, множество огромных спортивных дисциплин. Все это на 1xbet. Хэштег на ваших экранах. Вступайте в его клан и выводите его в топ. Ссылки есть в описании и в закрепе. Я, значит, для начала возьму Динамайка, дабы вам показать... На примере, ну, кубки не особо высокие, ну как, 430, нормальные кубки. На этих кубках хочу показать, как здесь играть. Я думаю, что, возможно, сегодня на стриме апну Динамайка на 500 кубков. Приходите сегодня на стрим, нажимайте на колокольчик, обязательно активируйте, ибо если не активируете колокольчик, не факт, что уведомление на стрим придет. Итак, сейчас мы увидим на этой карте дохренище Динамайков будет, ну, собственно, метатели, тех, кого я перечислил. Также вот Фрэнк, видим, да, есть. Иногда глупые люди берут там Шелли, Була сюда, но я не рекомендую этого делать. Опять же, это я говорю про 400+. А, и Леон, Леон, да, тоже убивает Динамайка, это просто жесть. Это просто жесть. Но я каким-то чудом его нагнул просто, я не знаю, это рандомно получилось, я нагнул Леона, друзья. Динамайкам очень трудно Леона вынести. Итак, смотрите, первый Динамайк. Второй Динамайк, третий Динамайк, четвертый Динамайк. Все, я вписываюсь в их братву. И, собственно говоря, вот... Да, блин, мудак. Этот Динамайк с пассивкой, поэтому он немножко меня зацепил. Так. Ну, что я вам хочу сказать, ребята. Все. Вот это и вся игра на 400+ кубков. Офигеть, я скринов наделал, чтобы потом сделать превью. Так. 7 бойцов еще. Слушайте, мне кажется, этого Динамайка надо добить, нет? Нет, не буду, потому что потом закрысят еще, не дай бог. Точнее, не закрысят, а меня заклюют за крысячничество. Так. Ну, получается, у нас 6 бойцов. Сейчас осталось убить Леона. Вот он, Леон. И мы начинаем друг с другом сейчас колбаситься. Оп. И такая вот херня понеслась. Просто видели? Я наперед уже все продумал и сразу начал предиктить. Соответственно, у меня получилось вынести двух, да, или сколько там персонажей. Вот. Это вам так, чисто советик. Тихо. Я этому проиграю. Да, он четко отыграл. Вот, собственно, топ-2 на 400. Плюс кубков. Топ-2, плюс 6 трофеев, и получается у меня уже 440. Мне осталось 60 кубков до 20 ранга. В принципе, вот таким вот образом я и буду поднимать на Динамайке кубки. Но я ничего не могу поделать, здесь все играют практически на высоких Динамайками. И не просто так, друзья. Не просто так, потому что реально очень легко апать метателей. Сейчас я вам покажу теперь на более низких кубках, на примере Барли. Там, честно, каша полная. Ну, тем не менее, играть можно. Сейчас я продемонстрирую это. Сейчас еще одну каточку выиграю. Или проиграю. Тихо. Тихо. Давай, иди сюда, кактус. Иди сюда. Я знаю, что ты хочешь меня вынести. Кактус, иди сюда. Так. Воробушек тоже, ребята, контрит. Блин, плохо. Справа ли он? Тут воробушек... Он меня законтрит, я тут проиграю. Неудачная катка. Смотрите, я просто сейчас... Если... Ну, повезет, может, мне. Может, мне повезет. Лагает. Мне повезло. Везучий я сегодня. О, смотрите, там, кстати, кого-то убили.
Блин, да что такое? Пора уже планшет менять, что-то он лагать в последнее время стал. Ладно, давайте затимимся с Фрэнком. Тимимся с Фрэнком и Барли тимимся. Все, ох ты ж, паскуда такая. Тихо. Все, вот еще один динамайк. Я не понял, что это за бомбочка его была. Так, нам надо Спайка убить. Спайк дохера урона наносит. Ну, конечно, он нам не страшен через стену. В любом случае, мы его не подпустим. 7 бойцов осталось. Извиняюсь, у меня насморк. Так, минус Бул. Давай. Минус Бул. Да сдохни, блин. Отлично. Так, кто там? Тара осталась. Тара, Спайк. Ну и вот это мы. Я сразу думаю наперед, кого я буду сейчас выносить, когда всех мы истребим, да, вот этих ненужных. Так, все, ну вот это сейчас начнется. Ну вот, первый попал Фрэнк под раздачу. Я пока постою и начну этого динамайка гасить. Все, мы в столкновение сейчас. Ну, скорее всего, он выиграет. Но я все равно постараюсь. Да. Мне чуть-чуть неудобно было возле дыма, там зона была. Но опять, топ-2. Плюс 6 кубков, 448. И таким вот образом я буду апаться до 500. Будет весело, отвечаю вам. Потому что видели, вот в начале меня чуть не зажали. Что это у меня за антенна? Ну а теперь давайте продемонстрирую вам ниже кубки. 260 кубков. Тут, ребята, ну, честно, борщ. Реально. Берут всех подряд. И ближников, и дальников, и метателей, и копателей, и кого хочешь, короче. Поэтому будет хороший пример вам продемонстрировать, как тут нагибать. Ну, я буду просто вот конкретно видеть цели, показывать, как против этой цели просто играть. Хотя, опять же, у меня в самого бывают ошибки. Я вот против кольта сложно. Если он выберет дистанцию нужную, то может с одного выстрела вас отыметь. Ну, плюс-минус. Вот о чем я говорю. А если еще ульту набью, то это ГГВП. Предиктим. Не достану я до него. Ну ладно, две баночки я уже получил в начале. Движемся дальше. Поехали смотреть, что у нас тут. Нита. Нита и Бул. Минус Бул. Ладно, давайте вот так вот сделаем. Оу. Я, по-моему, ульту просрал. Да? Я, по-моему, просрал ульту. Да. Никого не убил. Ну ничего, 6 бойцов, 5 бойцов. Все, занимаем центр. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как сейчас вообще... Опа, изи будет. Ну, я что, ее не добил? Но, блин. Это не хватило мне уровня и мощности. Банок мало. Реально там лоу хп было уже. Так, ладно, занимаем позицию так, чтобы атаковали не вас. О. Ну, 10 банок. Ну, постараюсь, в принципе, шанс есть. Ах, ушла, сучка. Но я буду сейчас стараться ее... У меня, в принципе, шансов побольше, чем у нее. Тем более, через стену. Сейчас опять ульту накоплю. Она не мансит, все нормально. Бля. 1700 хп, ну офигеть. Сейчас, если отхилится, это жопа будет. Если она на медведя накопит, я медведя хер убью. Он слишком мощный будет. Все, она меня, наверное, врасплох. Нет? Отлично. Топ-1. Это 260 кубков. Давайте еще каточку, дабы вы не подумали, что это случайность. Но опять же, я могу взять... Ну, Мортисом я не умею играть. Я бы продемонстрировал, как играть Мортисом, если бы я умел играть. Меня бесит Мортис. Да блин. Гребаный насморк, невозможно разговаривать. Так, отлично. И опять же, мне еще вначале не повезло, мало банок было. Так. Старайтесь предиктить, не тратьте вот зазря, не автоатачьте никогда на Барли. Старайтесь предиктить. Вот сейчас вообще будет для меня идеальный расклад. Уходим, улетаем. С кольтом вроде затимились. Так, все, я накопил на ульт. В принципе, уже будет попроще сейчас. Но мало банок. Мало банок, еще 10 бойцов живы. Поэтому очень трудно убивать Эль Примо. Тем более он меня сейчас, ребята, преследует. И я боюсь, что я сейчас на кого-то в кустах напороться. Так. Нет, ты посмотри, он тупо хочет меня убить.
Наивный какой-то. Но у него шансы есть, на самом деле. И он меня, ребята, зажал. Тут сейчас уже дым. Давайте уходить, дабы потом не было поздно. Так, вот тут стелим вот так вот. Все, пошел нах отсюда. Не, меня он выбесил, я его теперь хочу убить. Я его теперь хочу убить. О, уже 5 бойцов, пока мы тут бегали с этим приматом. Так, ну все, я... о, 4 бойца осталось. Давайте поджимаю. Так, не подходим близко к кустам. Так, проверяем эти. Тут тоже кто-то должен сидеть, мне кажется. Никого, что ли? По-моему, никого. Смотрите, никого нет. О, Леон, это жопа. 11 банок. У нас, у меня тут единственный шанс, это убить примата. Если я примата не убью, то Леон нас тупо задавит. Ну, он меня первого, конечно же, убьет, потому что... А нет, смотрите, ха-ха-ха-ха, не меня первого. Ну, он без ульты, но я вряд ли, он быстрый, он... Ему мансить легко. Так. Так. Ну, он какой-то тупой, не... Леон? Вот Леоном... Вот выбьют Леона, играть не умеют... Но тащит за счет того, что он имба просто, рили. Так. Ульт. Ну, посмотрите на его хитпоинты. Посмотрите на его хитпоинты. И у него 13 банок. Я сейчас посмотрю, какой он еще уровень. Сейчас я посмотрю, какой уровень. А, так. Где тут лог поединка? Кстати, лог поединка что-то лагает. И иногда не показывает неправильно. Но он 4 уровень, ладно. В общем, как-то так, друзья, на этой карте очень хорошо апать метатели, пользуйтесь, я думаю, что, возможно, это и не было секретом, но, по крайней мере, мне захотелось поиграть, продемонстрировать это на видосик, и сегодня на стриме я продолжу, 4-5 часов еще этот режим будет длиться, не знаю, начну раньше или позже, но динамайка бы, ну, это хороший шанс апнуть динамайка на 500, приходите, буду вас ждать, спасибо вам всем за просмотр, желаю вам удачи, ставьте лайки, подписывайтесь, и до новых встреч, побед вам и здоровья, пока!